В Иркутск прибыли все участники международного ралли «Шелковый путь». Старт гонки будет дан 6 июля. Сейчас идет подготовка к началу соревнований. На Нижней набережной выставлены сотни автомобилей разных классов. В этом году в ралли принимают участие 97 спортивных экипажей, 54 внедорожника, 16 грузовиков, 27 мотоциклов и квадроциклов из 36 стран мира. Им предстоит преодолеть 10 этапов ралли-марафона. 2 по территории нашей страны, 5 в Монголии и 3 в Китае. Все же знают, да, обычно, как все это происходит. Мы приезжаем на гонку, финально готовим технику, настраиваем ее, потому что каждая гонка, она индивидуальная. Сейчас ребята настроят технику, мы поедем на тестовую трассу, все финально подготовим после этого. Если будут какие-то замечания, то экипажи говорят их механикам, они настраивают, а завтра мы отправляемся на финальные проверки, технические проверки, после которых техника сдается в закрытый парк. We are from Mongolia, 6 motorcycle and... One Land Cruiser 200, and Russia is very, very nice city. Иркутск also very nice. Посмотреть на автомобили участников из разных стран можно в течение всей субботы в Иркутске. А уже вечером, после торжественного открытия, гонщики выдвинутся в Ангарский городской округ, где пройдет скоростной этап. Завершится гонка в Китае, финиш намечен на 16 июля.